Как понять, любит ли тебя девушка? Это надо, знаете, взять 10 мужчин, посадить, и чтобы каждый не слышал друг друга, и каждого спросить, да, что он считает, по каким признакам можно судить. Вы знаете, есть очень хорошая украинская пословица: «Дивка была – ангел, жинка стала – бис». Вот и попробуйте вы, действительно, узнаете, каким образом. Но думается мне, что одним из таких уже явных, очевидных признаков, совершенно очевидных признаков, это капризы. Капризы уже свидетельствуют о том, что тут нет любви, а есть только самолюбие. Если девушка очень уж капризничает, ну, постоянно и то не так, и это не то, то это, между прочим, один из объективных таких признаков. Там не любовь у нее, нет-нет. Нет, а филавтия. Правда, хороший термин, и разум сочинил. Вот именно, самолюбие. Или, как Флоренский очень хорошо говорил об этой вот любви, как раз о той, о которой вы спрашиваете, как раз переодетый эгоизм. Переодетый эгоизм. Я люблю до тех пор, пока меня любят. Стоит чуть-чуть задеть, и все, и вспышка, и гнев. О, великолепный признак! Значит, тут нет любви, а есть только переодетый эгоизм.